А в это время в другой части Красноярска с наступающим Новым годом горожан поздравлял главный Дед Мороз железной дороги. Его автопоезд, кстати, единственный в России, прибыл и к нашей телекомпании на Баумана 22. Вместе со Снегурочкой и своими помощниками он пожелал успехов в труде коллектива 7 канала и самого веселого радио и одарил всех сладкими мандаринами. После новогодний поезд продолжил свой путь по Октябрьскому и железнодорожному районам.